С начала года саровчан утомили продолжительные морозы. В каникулы планы шли наперекосяк, на прогулки в минус 20 и ниже решались немногие. Наконец, зима дала слабину. Ближайшие 2 недели будут теплыми. После аномальных холодов в наши широты зачастили циклоны с Атлантики, которые принесут с собой не только плотную облачность, но и осадки в виде снега и даже мокрого снега, поскольку 16 и 17 января температура днем будет повышаться до -1, -5. Все будет происходить на фоне пониженного атмосферного давления. По расчетам метеорологов, 18 января вновь ворвется холод до -15, -18 градусов. О крещенской ночи говорить пока преждевременно, но температурный режим все равно будет повышаться примерно до -10 градусов. И, конечно, скользко. Такие температурные качели принесут с собой неблагоприятные условия на дорогах, поэтому специалисты напоминают об осторожности, внимательности и неукоснительном соблюдении правил дорожного движения.